утром для того, чтобы целый день быть чуточку энергичней. Меня спрашивают, а завтракать мне или нет, а ходить мне на спорт или нет. Давайте я проговорю действительно, что важно делать, чего важно не делать, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Первое, что важно делать утром, это насыщаться микроэлементами. И это пить достаточно воды. Второе, продвигаться. Третье, это сделать самомассаж внутренних органов. Может быть так, что что-то идет где-то не так, и это нормально. Ненормально, когда вы застреваете на состояние, которое называется встать и остаться в постельке. Ненормально начинать утро с кофе натощак и вызывать у себя либо диарею, либо дефицит минералов на целый день. Это правда. Люди, которые так живут, они быстрее имеют какие-то дополнительные нехорошие состояния с организмом. Плюс я могу сказать, что утром очень важно принять или ванну, или душ для того, чтобы дать телу важную для вас нагрузку. И утром очень важно прописать планы и стратегию на день, потому что день будет идти, и нужно будет реализовывать или что случилось с вами, или то, что вы записали. И утро очень важно начинать с благодарности и медитации. Если все это есть у вас, и благодарность, и медитация, то вы себя будете чувствовать достаточно хорошо. И другой момент. Утром важно не смотреть новости, не смотреть YouTube, не смотреть все подряд, для того, чтобы ваш организм успел сделать то, что ему необходимо. Вот так, ребят. Пишите вопросы, я с радостью вам отвечу и жду вас консультации.